Брейс. Готовьтесь к бою. 1-1 по картам гранд-финале. Данчес против Стоуна. Никс против Сорлага, ребята, на Deep Embrace. Ну, не знаю, я бы ставил на Сорлаг. Не знаю, как получится. Мигаж желтый, ребята, красный. И сколько же их было, этих рельс. Во время отравления действовала Никса, ребятки. Начинает тушить по респам Сорла. Так. Третий фраг на счету Стоуна. Как и красный армор. Выход на мигу. Он рельсой попал в флик. Охренеть просто. Просто охренеть, казалось бы, такая незадача случилась. Красиво, ребят, без забилки особо Никса не дает. Сопротивление, да и контроль, как мы видим, тоже не на ее стороне. Хороший, прям по жопе! Топчет, ребята, все ништяки. Именно Стоун. Такое на приколе! До этого удавалось есть все все айтемы, да, и мега снова. Сверху желтый появился. Сразу на красный будет Стоун залетать. Красиво. Неплохое нападение с Шафтона. Отдача за! Но на 12 хепасио остается жить Стоун и делает свой 8-й фраг. Дальше забывает мегу. Только бы еще совсем немножко брони. Я думаю, думал именно об этом Стоун, но не случилось. Дальше его догнал. Неужели, ребята, возможен такой колоссальный камбэк? Разницы между появлениями мейджор айтемов практически нет. Этим и будет пользоваться Стоун. Deep Embrace такая душная карта, что по респаму то как начнут гонять, ребята, и 8-3. Даже им не страшно. Плюс Б, как мы видим, отходит Стоун. Чисто размениваться называется эта тактика. Впервые по назначению использована обилка Никс. Но нет, ребят, не удалось. Так, Даня, давай, всего лишь 5 фрагов остается. Ха-ха-ха.
уходит от яда инвиза. 5 минут, 5 фрагов, как символично. Давай, Данчес, ты сможешь. Эх, только не после этих двух рельс. Просто с отсюда не возьмись, взялся Стоун и насовал дамага, ребята. То парочку рельс, то парочку супер шотганом. Я так понял, Петру не принципиально. Однако, не знаю. Внутриканально, говорю, получилось это для Данчеса. 4.11 уже достаточно высокий процент выигрыша. 6 фрагов, ребята. Данчес на контроле красного. Разменяет красный на мигу Стоун. Понятным причинам. Ого. Знакомство. Обрыгалась девочка. Нужны аптечки, дабы снять боевой дебаф. Ух. Здесь ракеточка. Жестко, 100 хп не держим ракету. На 22 хп делает фраг и уходит в инвиз. 5 фрагов остается. Менее 4 минут. Но в принципе еще реально, учитывая то, что вот она мига. И сейчас будет разница в появлении основных айтемов. Посмотрите, какой цикл. Нижний желтый, мега, верхний желтый, красный. Но нет, Стоун тоже об этом знает. Ему надо разменяться еще. Нижний желтый мега. Верхний желтый красный. Эх, там желтый лежит. Ну да ладно. Ошибка мувмента. Сохранился цикл, ребята. Сразу нижний желтый сейчас будет. Именно за него надо драться. Без стека. Красиво. На характере играет Стоун. Покидает матч Данчес. Да, понимая то, что это уже путь в никуда. ГГ. ГГ.